Задаю вопрос, а вы по-французски отвечаете. Четвертая ассамблея, что вы от нее ждете? Что хотите здесь увидеть? Смотрите, в прошлом году мы получили лучшее вино года на этот форум. Это было очень приятно. Конечно, мы не для этого работаем, но когда получается, очень приятно. В этом году я приехал не только показать наши прекрасные вины другим, а тоже посмотреть последние тенденции, встречаться с друзьями, дегустировать интересные новые вина и действительно более глубже узнать этого рейтинга. Отлично. Ну, на рынке, винном рынке Франции, России пока не конкуренты. Россия только начинает делать первые шаги. Но, на ваш взгляд, эксперта, что отличает именно русские вина? В чем их главная особенность, изюминка и стиль? Русский стиль вина, в чем он состоит? Здесь традиция не играет большую роль. Мы на стадии, когда желание инвесторов, желание виноделия, она самая важная. Из-за этого все хозяйства на данный момент, они работают с террором в разном виде. И у каждого свой бренд, свое место. Надо дать время, что погода, кризис и история шлифовали все, чтобы найти действительно какой-то объединенный вкус. Но сейчас наши соседи произведут великолепные игристые. Мы больше считаем на бордоские сорта, а чуть дальше на рондские сорта. Видите, все висит от человека. Хорошо, по человеку хотел спросить. Якобы, ну вот тоже прозвучало мнение, что русский потребитель не готов к хорошему вину и будет пить лучше дешевое вино, ну, потому что нет денег. Да. На ваш взгляд, все-таки есть тенденция, что русские люди постепенно меняют свой подход к вину и будут рано или поздно переходить на более высокие вина? Средняя тенденция показывает, что действительно куча любителей сейчас в России. И я понимаю, что масс-маркет, что объем, это до сих пор вино, которое ухало 500 рублей. Но сейчас, и мы видим этот тренд уже несколько лет, люди меньше покупают, более внимательно смотрят, за что они покупают, и действительно покупают интересные вины, и включено дороже. Они доверяют людям, и из-за этого у винодел должен быть стабильность по маркетингу, стабильность по качеству, чтобы каждый год продавать и чтобы потребитель доверял этого бренда. Спасибо большое. Очень